В кадетской школе отметили День Московской области. Почему именно это учреждение выбрано для праздничного концерта, расскажет Мария Антонова. Красивая военная форма, армейская выправка и железная дисциплина. Главное отличие кадетов от учеников общеобразовательных классов. Поэтому и песни на концерте патриотические. Репертуар подбирали сами ребята. Я патриот своей страны, своего города и очень рад, что принимала участие в таком мероприятии, как сегодняшнее. Патриотическое воспитание в кадетской школе занимает важную часть. В школе регулярно проходят встречи с ветеранами и действующими военнослужащими. Патриотизм, он проявляется, может проявляться в мелочах. Сегодня мы всем залом пели песню о нашей стране. И это тоже патриотизм, это чувство единения. Наши кадеты – участники всех мероприятий, будь то региональные, будь то городские, будь то всероссийские. Мы всегда вместе. Первый и единственный кадетский класс появился в Люберецком округе в 1995 году на базе школы номер 45. А сейчас это кадетская школа, в которой учатся более 1000 детей. Из них участие в концерте приняли ученики средних и старших классов. В нашей школе такие мероприятия проводятся часто. Мне они очень нравятся. Патриотические мероприятия важны. Это необходимо нашему современному поколению. В этом году Подмосковью исполняется 93 года. Концерт, посвященный этому празднику, в кадетской школе проходит ежегодно. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.